Мне до последнего помогали волонтеры, мне до последнего помогала Дребот Надежда Михайловна, мэр наш до последнего помогал, Любышка Саша возил лекарства, плюс мало того, что еще возили для Пелагеи лекарства, мне ж перевозили огромными партиями лекарства, которые я потом уже сортировала на нычку, чтобы никто не видел и не слышал, как говорится, потому что за это можно было не то, чтобы даже на подвал попасть, а пропасть без вести. Мы сортировали эти препараты полностью, потому что они были без упаковок, а так, и мы по пакетам мы развозили по селам, по амбулаториям. Детское питание много находили для детей. Поэтому, как говорится, спасал каждый сам себя как мог. Так, ну что, приехали мои друзья. Тоже такая же идентичная квартира, как у меня. Вот завезли мебель. Это кухня. Ну, тут еще не доделана ванна. В общем, встретили как положено. Здесь спальня, тоже еще мебель не довезли, тут будут расставляться. Ну, и там дверь детская. Вот так встречает Швейцария беженцев. В Украине встречают беженцев так интересно?